Мощный тайфун Чанхом надвигается на остров Тайвань со стороны Тихого океана. По словам синоптиков, циклон затронет лишь край острова. Он принесет с собой сильные ливни и ветер. Сегодня на Тайване закрыли школы и магазины. Тем временем Чанхом пронесся и по японскому острову Окинава. Там пострадали 23 человека. Десятки тысяч остались без электричества.